Перед началом видоса хотел бы сказать, что в этом видео прямо сейчас мы разыгрываем 100 призов по одной коробочке. Все, что нужно сделать, поставить лайк этому видео, подписаться на канал и скинуть свой игровой танковый никнейм в комментарии. Важно, напишите свой никнейм один раз. 100 призов по одной коробочке. То есть победителей дофига. Несколько победителей, возможно, которые получат коробки, вытащат из нее прем-танчики какие-то. Поэтому обязательно участвуйте в розыгрыше. На одном из следующих стримов на этой неделе все разыграем. Ну и приятного просмотра видоса. Всем привет, друзья. Вроде не Новый год, а уже будем открывать коробочки. Режим последнего финтрагера уже стартанул. Я уже провел стрим, поиграл на вафле. Очень весело, забавно, круто. Но нас интересуют сегодня коробочки. Коробочки, как на Новый год, практически лутбоксы. Не знаю, почему Wargaming раньше этого не сделал, да, почему только на Новый год. Потому что, ну, тема довольно заезженная, довольно популярная. У всяких там всякие FIFA есть, да, которые успешно используют эти штуки. Но вот сейчас и VG начали чуть чаще это делать. Поэтому мы сегодня откроем, ну, в районе 250 коробок. Я надеюсь, вообще у меня получится только открыть. Потому что нельзя открывать, допустим, по 5 штук. Надо по одной там еще выбирать что-то. Короче, посмотрим, что мне сегодня выпадет. Поехали, прям сразу, сходу, сходу в бой. 100 голды. Эти коробки, кстати, дешевле, чем новогодние. Но и призы как бы здесь не особо крутые. То есть, допустим, мне сейчас 100 голды выпало и резервы плюс 50 на час. Здесь можно делать перезапуски. Да, если тебе не понравилось то, что тебе выпало, ты можешь за голду перезапуск делать. Я там пробовал, ну, такая себе тема. Но если будут дни према нам выпадать, то я буду делать перезапуск, естественно. Потому что дни према мне точно не нужны. Поэтому лучше голдишку получим. Или что-нибудь еще. Ну, это пойдет. Забираем награду. Видите, просто как долго это все. Почему-то реально сделали долго. Там награды не такие большие, как на Новый год. При этом на Новый год можно намного быстрее было их открывать. Три дня према? Нет, три дня према перезапустим. Нам это не нравится. Вот пойдет, да, чешские чертежи, учебные брошюры дают плюс 20 тысяч опыта. Ни одного танка мне пока что еще не выпало. Танков там всяких дофига дается. Вот. Ну, посмотрим, что я тут нагребу. 100, Зои-то 250. Ну, вот кредит пойдет, кредит полезная тема, да. Где только мои прем-танки? Там мне писали в донаты, говорит, купил 3 коробки, ой, 12 коробок, 3 према выпало. Типа, купил 2, со второй коробки выпал Т-77. Да, здесь уникальный танчик, который до этого не продавался, Т-77. Обязательно на нем сделаем стрим, но для начала его надо поймать. Блин, ну перезапуск. Да, 100 голды приходится тратить на перезапуск. Но резервы на кредиты пойдут. Плюс 50 кредитов на час. Блин, 100 голды довольно дорого за перезапуск. Перезапуски вообще получается не особо выгодная тема. Зачем? Зачем делать перезапуски за 100 голды, если ты там вытаскиваешь 100 голды те же самые? Бред какой-то. Не знаю, мне вообще тема с перезапусками не нравится. Что-то слишком дорогая она какая-то. 50 тысяч кредитов пойдет. Мы вообще как ерунду открыли, да, уже времени прошло достаточно много. Открыли вообще по ерунде, я замучаюсь их все открывать. Но 250 косарей, это, конечно, спасибо. Но танки где? А танки где? Танки будут? Дай танк. Да какое серебро опять? Да я хочу посмотрю, как вообще выглядит, когда тебе танк дают. Покажи мне танк. Танк мне дай. 150 серебра. Спасибо, конечно, приятно, да, приятно, очень приятно. Нет. Зачем? Зачем? О, 350 косарей дают. Не, ну серебра мы точно наживем из этих коробочек, это прям точно. Прям серебра наживем, фармить не придется. Че, демонтажные наборы? 5 демонтажных наборов, то есть это по сути 50 голды, да, мне дали, спасибо. Ну, типа, так демонтажишь оборудование за 10 голды, да, тебе 5 демонтажных наборов, класс. Спасибо за 50 голды, очень щедро. Блин, я не знаю, как-то ну, такое себе, да? То есть, я думаю, у людей будет один демонтажный набор, ой, еще приятнее. Я думаю, у людей будет разочарование из-за этого.
Ну, то есть они как, ну, сделали более дешевые коробки, награды из-за этого более плохие. Не знаю, правильно это или нет. Может, стоило как бы оставить коробки прежние, ну, прежнюю цену там 100, но при этом и выпадало бы более жирно. Но с другой стороны, там, кому-то может больше повезти, да, там, купил 3 коробки за 50 рублей, прям танчик вытащил. Но, как видите, не особо большая вероятность пока что тащить танки. Я даже не буду перезапускать, буду так открывать. Пипец, как же это долго. Почему так долго? Я этот танк хочу вытащить. Дай танк. Танк будет сегодня? 100 голды по КД, это понятно, да? По умолчанию. Давай, 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 давай. Ать, резервы, спасибо. Я не знаю, перезапускать, наверное, особого смысла реально нет. Давай попробуем сейчас 5 раз перезапустить. Реально, сейчас если что-нибудь какая-нибудь хрень выпадет. Давай, все, перезапускаю. Вот смотри, какие машинки могут здесь выпасть. АМХ, да, ЛС-90, ФВ-4202, ХВК, Канон Ягдпанцер, Лёве, М4 Револизе, СТРВ, Т-26. Ну, Супер Першинг, вот Т-77. Новая тачка. Ну, короче, премы не особо жирные. Из этих всех премов здесь только китайская ПТ наиболее интересная, я думаю. Да, китайская ПТ-шка. Остальные такие ни рыб, ни мясо. Давай перезапускаем. Ну-ка, давай прем. Такая же, да, награда? Такую же. Ну, давай еще раз перезапустим, не знаю. Потратим голды. 150 тысяч серебра, класс. Давай еще раз перезапустим. Я реально сейчас голды больше потрачу на перезапуске. Не знаю, зачем они сделали еще такую цену высокую. Демонтажный набор, отлично. То есть я потратил там 3000 голды и получил учебную брошюру. Отличные перезапуски, спасибо. Не особо хочется перезапускать мне. Ну, разве что, когда будут выпадать дни према, потому что дни према мне реально точно не нужны. Что-нибудь более полезное можно будет вытащить. Ну, 5 резервов на серебро пойдет. Но, конечно, прям танки хочется, как бы. Хочется прям танчиков. Резервы тоже будем оставлять, естественно. Пусть будут. Окей, окей. Дай что-нибудь пожирнее. Мне надо Т-77 вытащить, у меня же его нету. Все остальные прямо у меня есть. Из этого списка. Я хочу Т-77 вытащить. Мне же на нем стрим как-то надо делать. Next. Ну, серебро прибавляется. Вот на серебро мне нравится смотреть прям. Серебришечка копится. Не знаю, как-то грустно, да? Ну, постоянно начисляется 100 золота. Тоже хотя бы сделали какой-нибудь разброс. Не знаю, а. Новогодние коробки, это прям вообще кайф. Эти коробки какая-то грусть, печаль. Один день према, давай перезапустим. Лучше 150 серебра, чем один день према. Ну, правда, это минус типа 100 голды. И эти 150 тысяч серебра мне стоили. Может быть, они, ну, может быть, ВГ специально так сделали, ну, чтобы, ну, как бы не перебивать ожидания от новогодних коробок. Сделали, вот, вроде тоже коробки, вроде тоже лутбоксы, интересненько, классненько, но при этом это не такие жирные. Да! Сюда! Сюда! Т-77, изи, с какой коробки получается? Блин, где? Чё, перезапуск? Забрать награду, давай. Давай, показывай мне сюда, сюда. Т-77, смотри, как Т-57 хэви выглядит. Так точно. Ну, блин, не сделали вот эту анимацию, выезжание вот этого всего. Смотреть в ангаре, давай смотреть в ангаре. Ой, красота. Это просто Т-57 хэви 8 уровня.
Просто Т-57 Heavy 8 уровня. Чё по пушке? 120 мм, да, 360 альфа, 3 снаряда, 2 секунды между выстрелом. То есть выходишь, бах-бах-бах, 299 пробития кумулем на 8 уровне. Ну, короче, попахивает имбой, будем посмотреть, чё там как. Ну, перезарядка, правда, 40 секунд общая. Да, не такая уж и быстрая. Обязательно сделаем на нем стрим. Просто обязательно. Ну, а сейчас давай продолжать коробки открывать. Ух. Так, 237, мы начинали, что-то было около 260 с чем-то, да? То есть, почти 30 коробок мне понадобилось. Одна коробка стоит 50 рублей. То есть, где-то полторашка, да? Ну, то есть, по сути, как цена прям танка. Ну, я думаю, в любом случае, если вот не делать какие-то перезапуски, в любом случае коробки будут выгоднее, чем просто так танк купить. Да, то есть вот если посчитать, допустим, открываешь 30 коробок, вероятность того, что ты что-то какой-то прям вытащишь, ну, нормальная на самом деле. Нормальная. Так, а, блин, я день према забрался зачем-то. Сейчас еще посмотрим, конечно, как это оправдается. Ну, с учетом того, как писали там в комментариях, что... Да, блин, день према не хочу. Писали в донатах, что там кому-то за 2 кейса выпадает, кто-то там из 12 коробок 3 према вытащил. Наиболее вероятно, конечно, вы из 12 коробок 0 премов вытащите. Но если вот учесть, что какой-нибудь типа лев стоит там 2000 рублей, проще накупить, наверное, коробок на 2000 рублей, потому что это будет гарантированно. По... Сколько это получается? 40 коробок, то есть 4000 голды гарантированно. Правильно же, да? За 10 коробок 1000 голды, да. То есть гарантированно 4000 голды получаешь, какие-то резервы и прочее тебе еще насыпают, и прем танчик, скорее всего, тоже вытащишь. Главное, вот не делайте такие перезапуски. Еще дни према, да? Классно. Сделал перезапуск и тот же день према. 100 голды зря потратил. Не делайте перезапуски, главное... Вот, и в принципе будет реально выгодно. Короче, забейте. Не хочу просто голду тратить, пускай эти дни према копятся. Получается реально, да? Типа, за 40 коробок прем-то можно вытащить. И вообще даже не один. Лёва, сюда, на базу. Компенсация 12 тысяч голды. Сюда. Давай, сюда. Плюс 12 тысяч голды. У меня как раз голда заканчивается. Сюда. Так, чё, перезапуск? Классно, шучу. Давай сюда, льва. Ой, ангар, слот в ангаре дали. И еще целый один демонтажный набор. Ух, просто демонтажными наборами разжился. Ну вот так вот как бы приятно, да? Типа вам еще может какой-то прем выпасть, который у вас есть, и компенсация голдой. Пошла жара, пошла. Второй премчик забрали. Да, все, это прикольно. Давай быстрее только. Ну вот я как раз в районе 40 и открыл. То есть у меня изначально было 270. Сейчас 228. Как раз в районе 40 пока что открыл. Так, швейцарская брошюра. И за 42 према целых вытащил. За 2000 и лев, и всякие резервы и прочие, и голда. И, ну, в любом случае будут ящики выгоднее, чем просто пойти купить. Проблема в том, что, может, вам какой-то конкретный прем хочется, да, а из ящиков выпадет... Что выпадет? Выпадет какая-нибудь там, не знаю, что там не очень хорошее. Ну, выпадет вам ЛТшка, а вы не играете на ЛТшках, например. Или там М4-49. А, ну хотя М4-49 многие и так по рефералке получили и компенсацию получат, да? Тоже как бы неплохо. Десяточку голды вытащить из коробки за полтинник. Так, ну вот голда прибавляется, это прям вот глаз радуется, да, что уже больше 40-то. Серебра тоже уже 20 лямов почти. Только вот не према нафиг мне не нужны, ну конечно, а что с этим сделаешь? С этим ничего не сделаешь.
Вот по 350 косарей я прям вот готов этих ящиков открывать и открывать и открывать. По 350 косарей. Типа 10 ящиков открыл за 500 рублей. Получил там 3,5 ляма серы. Довольно выгодно. Ну, еще голды. Довольно выгодно. Потому что там, типа, если просто так серу покупать, то 10 тысяч голды — это 4 ляма серы, насколько я помню. Ну, как бы это 10 тысяч голды, да? 2000 рублей. А тут ты там можешь за несколько ящиков это окупить. Прям вот меня радует, когда там во всяких ящиках серебро падает. Фармить не приходится. Это прям вообще по кайфу. Ни премы только не нужны. Так, ну пока два прем-танка у нас, да. Ждем еще что-нибудь. Пока что только два према. Т-77 получили и компенсацию в голде за льва. Я бы вот не отказался еще от льва, потому что почему? Потому что почему? Потому что лев стоит дороже всего из премов, скорее всего, там представленных. Какая-нибудь ЛТшка может там, или Супер Пешин, какие-нибудь 7 тысяч голды, да, тебе компенсация. А за льва 11 тысяч голды компенсация. Поэтому ловим львов, ребят. Ищем львов. Демонтажных наборов, конечно, спасибо, да. 50 голды прям, спасибо, спасибо. Очень нужно, очень нужно. Ну, вот эти всякие брошюры, это хорошо. Сколько там? 20 тысяч, да? Добавили бы какие-нибудь плюс 100 тысяч. Ну, добавили бы разнообразие. Ну, реально, можно же было более жирные какие-то интересные штуки добавить. Почему? То есть, типа, тебе либо дают 150, 250, 350 серебра, либо один 3 дня према, либо один демонтажный набор, либо 5 демонтажных наборов, либо учебная брошюра на 20 тысяч опыта. А можно сделать учебную брошюру на, там, на 200 тысяч опыта? Или она есть, просто она мне не попадалась? Я вообще даже особо не смотрел, что там выпадает. Я хотел все сейчас собрать. Такой, вау, что здесь можно такое вытащить? Но пока что такого вау не случилось. Пока что, ну вот, резервы какие-то, да? Резервы. Хочется больше разнообразия, хочется жирнее, естественно. Но это завышенное ожидание, реально, после новогодних лутбоксов. Я думаю, в ЕГЭ специально немножечко ожидания занизили, чтобы потом на Новый год такие, ать! Новый год там через 3 месяца. И они какие-нибудь супер жирные, крутые опять премов накидают, туда какие-нибудь танки 9-го уровня накидают. Вот так, что у нас здесь? Ну, это чисто мое предположение. Я так, шутку насчет девятки. Ну, давай, 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 чё? Опять резервы. Нету жира. Где жир? Где весь жир? 61 коробку открыл за все время. Ну, я там некоторые на стриме открыл. На стриме тоже ничего не выпало, в основном одна ерунда. Ну, 5 резервов по часу на плюс 50 кредитам тоже хорошо. Потому что эти резервы не часто продаются. Вообще желательно, конечно, чтобы были на 2 часа, да, немножко поудобнее. Хотя кому-то наоборот больше на час удобнее. У кого сессии более короткие. Мне вот как стримеру реально удобнее на 2 часа, типа, чтобы их постоянно не включать. Но думаю, народу может даже удобнее на час. Типа, ты включил, да, можешь там за последнюю минуту сыграть, то есть час 10 какие-нибудь, и запустить новый. То есть, по сути, 2,5 часа почти поиграть с резервами, как за 2 часа. Так, 150 по кредитам, спасибо. 205 коробок. Блин, устал уже открывать. Реально устал. Просто, ну, утомительно. Они не такие жирные. Ну, то есть, прикиньте, вот есть какой-то там топ-донатер в картошке. Не в картошке, а в Wargaming. Есть топ-топ-донатер. Он покупает все премиум-танки. Он вообще все, что угодно покупает. Он там закидывает, типа, а у серебро закончилось, пошел, закинул 5000 рублей. Ну, типа, какой-нибудь миллиардер, да? Миллиардер сидит в танке, играет. И такой, о, коробки. Пойду-ка я себе куплю 1000 коробок. Купил 1000 коробок и сидит вот открывает, получает по 100 голды.
по одному, как там, ну, этой хрени, демонтажному набору. Такой Wargaming, вы что, вы нормальные вообще? У меня тут 1000 коробок, вы предлагаете мне 5 часов сидеть по демонтажному набору тащить? Дайте возможность по 5 штук открывать хотя бы. Дайте возможность покупать там их сразу в магазине, типа штук 50-100. Нет, надо по одной коробочке там. Ну, что это такое? Что это такое, ребят? Ну вот классно, демонтажный набор вытащил. Очень круто. 1 000 000 лет ждал. Ну серьезно. Я понимаю, там даже на Новый год там были более жирные, более крутые коробки, и то там была возможность сразу 5 открыть. Почему здесь такое не сделали? Для меня не особо понятно. Ну, то есть вот, я уже открыл 70 коробок. Прошло целых 20 минут. 70 коробок я открыл. Это не то, чтобы прям супер много. Да, то есть на Новый год там мы тратили, ну, поскольку там, типа, по 10 тысяч рублей, по 12 всякие тратили, чтобы тащить там всякие двустволочки и прочее. Здесь я, по сути, там открыл на 3000 рублей ящиков. То есть это не то, чтобы прям супер-дупер много. И то пришлось на это 20 минут потратить. Ладно, вот что я жалуюсь, да? Ой, Грани бедный открывает коробки. Такой и жалуется. Блин, почему так долго? Коробок 200 штук, а он жалуется. Ну, блин. Как бы привык к хорошему, да? Привык на Новый год. Типа, что можно бац, 5 сразу открыть. Призы пожирнее. А тут как-то ожидания не оправдались. Только 2 према вытащил. Только 2 према вытащил. Я, наверное, до 170 открою, то есть 100 коробок. Посмотрим, что выпадет. Опа. Да, есть, есть, 850. Одному члену экипажа. У меня первый раз такое выпало. Первый раз. Я такой, есть такая или нет такая? Ну, правда, это 850 именно одному. Хотелось бы там, чтобы сразу всем. Прикольно, первый раз выпало, довольно редкая штука. Круто, сразу типа командиру какому-нибудь можешь бац и лампочку вкачиваешь сразу. Пойдет. Резервов, конечно, накопилась целая куча. Так, 5 000 кредитов. Пойдет. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай прям так, давай льва, льва давай. Угу. 2 льва тебе, Андрей. И еще один за шиворот. Ну давай, ну пошла. Плюс кредитом на час. Чё так долго? Мне даже уже не хочется 100 штук открывать. Премов не выпадает, демонтажные наборы. 2 према выпало и все на этом. А кто мне там писал с 12 коробок 3 према? Ты как такой везучий? Он, по-моему, сейчас как-то необычно открылся или мне... Нет. Кстати, когда прем выпадает, она как-то открывается необычно, потому что, по-моему, ну, на Новый год можно было по открытию коробки увидеть, что там что-то хорошее. Золотая, синяя. Надо, ну, типа, смотреть. Как она открывается. Я просто не помню, что там с премами было реально. Ну, вроде одинаково открывается, да, пока что. День према. Давно их не было, и вот он снова. Так, все, давай быстрей. Ну, что тут? Чертеж обычный, да, плюс 20. Немецкий. Вот еще просто, ну, типа, нажала одну кнопку. Она сначала это появилась, потом еще что-то появилось. Потом ты нажимаешь забрать награду, она опять начинает грузиться. Что-то там вжух-буб-дыщ. Это пропустить нельзя, и надо нажать так точно. Можно было бы открыть такой бац, сразу escape. Так. Мне прям выпал. К
Кстати, можно, реально. Я только что видели, что сделал? Так, сколько мне там? 5800, видите? 5800 голды всего дают. Спасибо. Голдишка. Смотрите, как я сделал. Я нажимаю открывать. И сразу escape. А, стоп. И тебя выкидывает, да? Ну не, нельзя это пропускать. То есть, если ты нажимаешь escape, тебя сразу в ангар выкидывает, когда ты нажимаешь забрать. Так, ну ладно, еще один прем из... Получается, 90 коробок я открыл, 3 према. Ну, плюс, конечно, голды еще, да. Плюс всякие дни према, плюс серебро, плюс резервы. Плюс, как же мы демонтажные наборы. Как же мы демонтажные наборы-то упустили? Демонтажный набор это самое важное, да? Блин, конечно, хотелось какой-нибудь другой прем, но что это, блин, 5000 компенсации? Дайте льва там, что ли, еще одного. Осталось 7 коробок. И я открою ровно 100 за сегодня. Ну, это понятно. Пропускать довольно сложно, быстро это все. Давай, давай быстрее. 5 коробок осталось. Давай, премчик, 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 премчик. Угу. Успокойся, Андрей. 20... Я полчаса уже коробки открываю. Полчаса 100 коробок открыть не могу. При этом я довольно быстро это делаю. Я, ну, тороплюсь как бы. Полчаса, камон. Сколько можно? Чтобы открыть 300 коробок, ребята, вам потребуется примерно 1,5 часа. О, еще одна такая штука. Отлично. То есть, ну, 4 таких штуки собираешь, и какой-нибудь экипаж себе делаешь хороший. Сразу. Неплохо. Вот эти вот по 850 тысяч опыта тоже довольно крутые штуки. Давай, давай, давай. Ну, премчик, еще одну компенсацию. Пока 3 према, да? Все. 170, было 270 у меня, я там несколько на стриме открыл. Больше я открывать не буду, не планирую пока что. Остальное там на стриме или там в отдельном видосе еще каком-нибудь. Еще пооткрываю, попробую повытаскивать. Короче, где-нибудь подведу итоги, сколько у меня было до открытия, сколько стало. Конечно, там надо учесть, что я заново открывал, да, типа переоткрытие делал, и там на это 1003 голды потратилось. Но в целом, где-то здесь, вот где-то на монтаже это все подставится. Вытащил Т-77, и на том спасибо, да. И на том спасибо. Так, по видосу на этом все. Не забывайте, что идет розыгрыш. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Свой никнейм пишите в комментарии. Свой игровой танковый никнейм. Важно, напишите его один раз, не надо спамить. Не пытайтесь обмануть систему, у вас это не получится. Мы разыгрываем 100 призов по одной коробке. 100 призов по одной коробке. 100 человек заберут свои коробочки. Кому-то, может быть, из этих коробочек выпадет према. Лично мне из 100 коробочек выпало 3 према. То есть, как минимум, 3 людям, я думаю, должны из этих 100 коробочек выпасть према. Поэтому, возможно, именно вы счастливчик, который получит коробку и вытащит из нее прям танчик. Спасибо всем. Увидимся в следующих видосах. Обязательно потестим эту тему. Подписывайтесь. Пока-пока. Держите пятюню.